Лучший комплимент в моей жизни. Так. Израиль, на пляже. Стою. Никакая, в купальнике, все такое. Жуткое. Вот, вот, в этом роде что-то, да. Вот, вот примерно так, примерно так. Спасибо. Можно убрать. Уберите, да. Да, вот, стою. Ко мне подходит женщина в шляпе, наша, ну, бывшая наша, в шляпе, в соломенной, в такой полный макияж, все, малиновые губы, все. Она подходит мне и говорит, вот это оставьте. Хорошо. Да, значит. И говорит, вы знаете, вы мне очень напоминаете молодую Васильеву. Я говорю, это я. Она говорит, ну перестаньте, вы знаете, сколько ей лет?